Китайская Народная Республика изначально была основным инициатором этого процесса, несла колоссальный, бесценный вклад в выработку принципов существования организации, ее функционирования. На этапе становления, оформления ее из диалоговой площадки в полноправную организацию, Китайская Народная Республика сыграла очень конструктивную роль, исходя из своего желания вместе с Центральноазиатскими республиками и с Россией, вот в том составе шестерки, работать на то, чтобы наше пространство было образцовым с точки зрения сотрудничества, с точки зрения обеспечения безопасности, эффективности борьбы с такими тремя злами, как терроризм, сепаратизм и экстремизм. А в дальнейшем присоединились вот проблемы организованной, транснациональной, трансграничной организованной преступности и наркотрафика. И вот эти вызовы и угрозы. Но это, конечно, часть, это политическая часть, политическое измерение сотрудничества. А очень большую роль играет, естественно, экономическое сотрудничество. И в этом плане, конечно, Китайская Народная Республика была драйвером экономической интеграции стран ШОС.